Окей, что там дальше? Я не думаю, что мы можем скрывать то, что мы с тобой знакомы, правильно? А можно еще одну розу? Лиза Адаменко. Он ее оставляет? Значит, что-то там есть? Лиз, я не допущу таких вещей. Не допущу. Я согласна. Пойдем, я тебя прошу. Точно. Лиз. Подожди. Я тебе даю последний шанс. Чтобы больше я вот это вообще от тебя не ожидал. Лиза. Лиза Адаменко. Лиза. 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 У меня нету, честно сказать, приоритетов к Лизе. Я просто ей пока верю. А тебе не кажется, что она тобой манипулирует? Кажется. Ты реально осознаешь, что ты сейчас сидишь другой человек, чем был 2 месяца назад или нет? О, да. Я хотела тебе сказать, что я люблю тебя. Я пришла на проект, как мне кажется, абсолютно другим человеком. Просто другой. Вот кардинальный, на мой взгляд. Но лучше. Стала чуткой, более уравновешенной, более спокойной. Это любовь. Вот к чему я веду. Спасибо тебе, Антон, за то, что я другой человек. Вот Лиза и вот Барбара. Они как юг и север. Вот забота, спокойствие, умиротворение. А здесь рок-н-ролл. А может, я люблю рок-н-ролл больше всего в своей жизни? Если же это будет не в пользу меня, его решение, то разбитое сердце, разочарование, что я вновь попала не туда, прониклась не тем, влюбилась не в того. Я всегда чувствую мою силу. Спасибо, друг, мы с тобой, Саша. Он сказал, что он влюбился в другую. Очень больно слышать это от любимого человека. Но так как я действительно его люблю, мне было очень-очень за него радостно.